Всем привет, кто смотрит это видео. Привет подписчикам, привет гостям. Вы на канале «Наша жизнь в Америке», New Life, It's My Life. И сегодня будет вот такое малоразговорное, более музыкальное видео. А я бы даже сказал, просто музыкальное. Просто я еду в Лос-Анджелес. Вот. Или, скажем так, с окраины Лос-Анджелеса, ближе к центру. Потому что город, в котором мы живем, входит в состав Лос-Анджелеса. Город наш Торренс называется. И я хочу поделиться с вами вот этими видами, которые я буду проезжать дорогами. Это будут и красивые участки, и обычные, и хорошие места, и похуже. То есть все то и вся та Америка, в которой мы живем, которая нас окружает, которая нам нравится. Вот. И я хочу просто поделиться этим, потому что я люблю ездить, я люблю американские дороги, я просто обожаю американские дороги, мне очень нравится по ним кататься. Вот. Очень многие люди хотят видеть Америку такой, какой она есть, именно вот глазами водителя, скажем так, или глазами пешехода, там неважно, то есть видеть наружную часть Америки, улицы, города. И я сам такой был, когда мы только думали о переезде. У меня был знакомый в Нью-Йорке благодаря, или вернее, с которого началась вся наша эта эпопея. Мы о ней расскажем обязательно. Так вот, когда я ему звонил по скайпу, я всегда просил: Леша, говорю, разверни, пожалуйста, мне камеру на улицу. Я хочу посмотреть, как вообще выглядит Америка. Какие дома, какие дороги, какие машины. Я еще помню, спрашивал у него, а что за разметка такая? То белые полосы, то желтые, вообще все такое непонятное. Вот, и сегодня у меня дорога предстоит. Сейчас мне еще навигатор показывает ехать 18 миль, 50 минут. Вообще, сам весь путь был чуть больше 19 миль. И я его начал снимать практически от дома. Подключайтесь, наслаждайтесь. Не знаю, может быть, где-то буду прерываться, вставлять свои 5 копеек, чтобы описать какое-то место или рассказать о нем. А так, в общем, это будет просто дорога, дорога, дорога. Катаемся, смотрим, наслаждаемся. Погода сегодня хорошая. Правда, немного облачно. И не так, чтобы очень тепло. 14 градусов тепла всего, но уже тепло чувствуется летнее. Уже чувствуется, что лето к нам приходит. В общем, смотрите, если вам понравится, обязательно ставьте лайк, обязательно пишите комментарии. Если это видео соберет какое-то количество лайков и будет видно, что это видео интересно вам, я буду стараться делать таких видео побольше, чтобы показать вам побольше Америки. Через четверть мили поверните направо. Вот так вот иногда будет навигатор разговаривать с нами и с вами. И сообщения приходить. Ну все, включаем музыку и поехали. Жду ваших комментариев и отзывов. Да, и что я хочу сказать, что видео выйдет в нескольких частях, потому что 46 минут, 50, в общем, как я начал записывать, я сделаю две части, скорее всего. Вот. Все, увидимся на канале «Наша жизнь в Америке», New Life, It's My Life. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Через 800 футов поверните направо. Подписывайтесь на канал. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Увидимся. Бай-бай. Наслаждайтесь видами. Пока.